морозе, я прежде всего костер разожгешь. Ну, пока все это воду разогреешь туда-сюда, ну, а кушать хочется. Ну, у меня закусить есть ржаной хлеб, сальцо свежее на, с прослойками такое, сало на, картошечка, огурчики. Короче, быстренько костер сделаешь, на, пока все это варится. Я думаю, а надо, а жрать-то хочется, на. Пока сало раз нарежешь с хлебом, с огурчиками. Огурцы тоже у меня мороженые, ну ничего, костер, они быстро отогреваются. И даже мороженое, они вкусные такие. Сало даже не надо мочить в соль, а просто с огурцами ешь и все. И стопочку выпьешь. О, нормально, и понеслась. Там картошку чистю, там все подготавливаю, готовлю, на костер греет. Ну, вообще ништяк, на. Легко перекусил, а картошку отварную варю. Туда фарш добавишь с картошечкой, с лапшой, на. Все это варится аккуратненько. Все. Потом раз, откладешь в сторону, на. Потом чаек. Раз поставишь, закипятишь чаек. Туда я этих шиповников, у тебя шиповника, кстати, навалом мороженого, это шиповник. Потом чаю все это завариваешь, и шиповник с чаем, ну, как запьешь, ну, лапшелов. И тут уже костер у меня поспевает, разогревается, пища все уже сварилась. Ну и вообще благодать. И вообще здорово так себя чувствуешь. О, после этого нормально все, уже млеешь, на, вот. Вот какая у меня еда. Да вообще сало это зимой есть. Это вообще прелесть, на, сало. Никогда не замерзнешь. Да и вообще сало можно в любое время есть. Нарезал, покушал. Хлеб ржаной такой. Ржаной хлеб беру, такой плоский, черный. Надо только сало с хлебом, с черным есть только. Не с белым, а с черным. И с чесночком. Как чесночок это был. Все, и ништяк, на. И еще вот, когда стопарик еще выпьешь, вообще ништяк. Все. Но много пить нельзя. А вот много, как на фронте, 100 грамм, и все, больше не надо. И нормально все. Все, а потом начинаешь уже там кушать уже по-нормальному уже. Суп нальешь, это, горяченько все так пожуешь. Вообще, благодать. Вообще приятно даже есть, а не то лишь там у вас. Ой, у вас там какая-то пища не такая, даже вы не делаете, как-то ее не так делаете. У меня намного раз вкуснее. Там с дымом у меня все, запах такой, фуй, вообще. Да. Особенно если возьмешь, это еще сало поджаришь на костре, оно такое поджаристое, золотистого света получается. Да вообще ништяк, на. Вот так, на, живу в этом мире. Не вы.